выпустим, ребята! Хелендуха на проводе! Прямо сейчас у нас тут 15 обоминов! И среди этих 15 обоминов всего лишь один настоящий! Обомин, поздоровайся! Всем буа, всем! Квакаё, Хелендуха, нас тут... Сколько? 20 человек, поэтому... Нас 15! Обомин спалился! Короче, ребята, моя задача найти настоящего обомина! Я буду давать разные задания... Бля, пацаны, кто стреляет? Не стреляет! У нас есть 15 заданий. Задача обомина выжить и дойти до 15 заданий. И если он до него дойдет, он получит от меня пирамид голд, и я не шучу! Ну, да что? Покажи, у тебя есть хотя бы? Вот, смотри, обомин, где это тут настоящий обомин? Ну а вы, мои уважаемые подписчики, прямо в эту секунду, прямо сейчас, это просто приказ! Все поставили по лайку и подписались на мой канал и написали любой хороший комментарий. Если вы все это сделаете, я вам подарю этот тигл! Лайк, подписка, комментарий и посмотреть видео без перемоток. Ну что же, ребята, а мы приступаем к первому заданию! Задание номер один. Визуально определить обомина. Ну шо, показывай. КВМ Гер, ну это по-любому не обомин. Так, у тебя керамбит, крав, по-любому не обомин. Шо, это же команда для нищих скин. Где обомин? А знаете, в чем прикол обомина? А что, как некромант? Все равно покажи ножичек. Нож покажи, нож покажи. Так, ага. Обомин, это ты или не ты? Вот это, я прямо сейчас ты. Скажи честно. Да. Брат, я тебя замочил? Ты промахнулся, молясь. В смысле промахнулся? Ладно, братва, приступаем к заданию номер два. Следующее задание будет очень интересным. Вам всем надо взять в руки нож. И я сейчас по ножичку найду настоящего обомина. Так, все стали в ряд, братва. Кто шагает дружно в ряд? Наш маслинский отряд. Я буду пречка. Обомин, рассказывай, какие ножи ты любишь, а? Да, люблю обычно М9. А мне честно отвечать? Ну честно, честно, желательно честно. Ну если по чесноку, то М9 люблю. И стилета. Стилет, понял. Так, ну это... Так, я понял, что обомин пульбу мы с ножом. Так, тут тебе без ножа. Так, смотрим. Так, это опять тебе без ножа. Слышишь? Обомин 20 сюда стал! Дорогулечки, ты моя. А вдруг это настоящий обомин? Говорит, любит стилет, а? Смотри мне в глаза, падаль. Обомин, а ты? Честно скажи. Не. Ну ладно. Так, брата, у кого стилет? Опа, обомин 5, братик. А что это? Стилет, да? Обомин, да ты? В смысле нет? На! Я попал? Не. В смысле нет? Братва, опять мимо, нет пробития. Ладно, ребятки, идем дальше. Вот в следующем здании я уже по-любому найду обомина. Третье задание будет очень крутым. Вам надо всем купить М40. Вам не послышалось. И вот по М40 я по-любому найду обомина. Я по-любому знаю то, что у обомина есть очень дорогой М40. Так, ну шо, все в ряд стали, все в ряд стали, стали. Дорогульки вы мои, кому сломать кабину? М40 все взяли, пацаны. Так, внимательно смотрим. Ну что, пошел отбор. Так, это нищий, нищий. Опа, обомин 90, сюда! Дальше, нищий, 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 нищий. Обомин 07, сюда. Ну что, пацаны, смотрите мне в глаза, сладенькие мои. Кто из вас обомин? Я даю вам шанс признаться. Слышь, ты что стреляешь? Он такой дерзкий. Настоящий обомин. Обомин 90, это ты? Это да, ты? Да, да, да. Да, не, это не. На! Ой! За что ты меня? На! Ой! За что ты меня? А, это не я. Нормально. В смысле, я тебя замочил или нет? Алло! Не, все под контролем, ты главное не ссы. Обомин 90, выходи! Блин, походу это обомин 07 значит, не? Бля, я не знаю, блин, обомин слишком хитрый. Так, ребята, ну шо, мы переходим к следующему испытанию, погнали. Ну а прямо сейчас будет очень интересное задание. Вы все знаете, что Бовин любитель всяких там кальянных и любитель флекса и тому подобного. А Бовин, это правда? Нет, осуждаем такое. Короче, прямо сейчас я попробую найти обомина по флексу.
То есть прямо сейчас жестко флексить. Обоин, что ты отжираешь, когда там с клубе сегодня ночью? Не осуждаем, так это все. Слушай, Обоин, занимаюсь. Да, конечно, Обоин, ты меня с кем-то, перепутал. Джентльменом. Реально, кстати, перепутал. Ну смотри, да, такой вопрос. Ты часто бываешь в клубах, где танцуют одни мужики? Не, я вообще не бываю в клубах. О, вот это поддерживаем. Хэштег Обоин топ. Вот тут крутился, че вот это. Смотри, я знаю, что Обоин играет на ПК, значит он может выдавать жесткий флекс. Чекай сзади. Вот Обоин! Это Обоин! Это ты? Да, 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 это я. Реально? Да. А, нет. Блин, ты чего так пугаешь? Я уже испугался, что видео будет коротким. Все, братан, все нормально, все под контролем. Это был не Абоба. Ну а мы, ребята, переходим к next раунду. Прямо сейчас будет очень интересное и увлекательное задание. Вам надо прямо сейчас заныкаться на пленту Б. И я прямо сейчас по этому заданию по-любому вычислю настоящего Обоина, потому что я знаю его любимые позиции. Все, прямо сейчас я вам даю ровно 30 секунд побежать на план Б и где-то запрятаться. И после этого я начинаю вас искать. Обоин, ну что, ты надежно запрятался? Да, вообще. Фиг найдешь такого. О, такой вопрос к тебе. А вот за тебя кто-то есть в мишке или нет? Или ты один запрятался? Я один. Один? Опа, Обоин. Все, про твои два искать. Ля, че у вас за нычки? По-любому подстат это будет. По-любому! Я знал. Стоять! Не двигаться! Да. Стоять! Куда бежишь? Это Обоин! Это ты? Не. Чё? Блин, опять не угадал! Ладно, ребята, переходим к next раунду. Братик, как тебе этот замечательный M9 трамвайс? А? Как он тебе? Ну, как по мне, вообще красоточка еще та. Хочешь его себе, да? Тогда залетай на булдропщик и на булдропщике поднимай топовый дроп. Где топовый дроп? На булдропе! Йоу, мэн! Также, братик, по моему промику снизу ты получаешь халявную голдишку. Плюс там проходит сейчас очень крутой булпасс, которым ты можешь получить крутые призы совершенно бесплатно. Все нужные линки находятся снизу. Все, мальчик, мы идем дальше. Прямо сейчас будет следующее задание. Обоин, такой к тебе вопросик. Ты как вообще? С юмором дружишь или нет? Ну так честно. Люсик. Хорошо. Ты сказал Люсик? Разрывно! Я знаю юмор, Обоин. Поверьте мне. Я знаю! Боже, Обоин, это мой братик. Прямо сейчас каждый из вас будет писать шутку про меня. И я по шутке найду Обоина. Обоин 63. Пиши шутечку. Кент Пепочка. Нет, это по-любому не Обоин. Выводите. Обоин 07, а? А? Шутку пиши, сладенький ты мой. Чтоб ты обосрался и не было туалетной бумаги. Ха-ха-ха. Не, по-любому не Обоин. Обоин 24. Давай шутечку пиши, брат. Кентуха выбрал МЖМ, потому что... Ха-ха. Да не Обоин. Обоин 74. Слышь, чел, ты шо смотришь стен? Шутку пиши! Ты лох. Да вот это похоже на Обоин. Обоин 24, сюда! Сюда стал. Обоин 20, пиши шутку. Кен Грибопепа, не Обоин. Ты куда? Лё, шо это за подлец? Отдай сало! Кентуха шляпа. Ну ладно, это тоже похоже в стиле Обоина. Сюда! Дальше, Обоин 73. Ля, какой такой маленький нож? Смотрите, Кент мой брат, я его тоже. Ля, смотрите, какой маленький нож. Смотрите, как смотрится шляпно. Походу, у него маленький не только ножик. Хана! Смотри, как скорпион нож смотрится в руке. Я в шоке. Какой маленький, да? Так, ладно, Обоин 33, шуточку пиши. Кентуха 51. Дальше. Обоин 51. Елтоп! Вот это тоже возможно, Обоин. Туда, в угол к остальным. Обоин 64. Шутку. Срочно. Это трындец. Брат, ты шутку не придумал? Ладно, садись тоже туда к ним, если ты шутку не придумал. Так, братан, стоять! Все ножи показываем. Ножи. Так, кто без ножей? Отходим. Значит, кто-то из них настоящий... Ля, у них у обоих настоящий... У них у обоих М9. Я Обоин говорил, что любит М9. Теперь надо понять, кто настоящий. Кто настоящий? А ну, покажите пистолетики. А ты тебе покажи пистолетик. Ля, это тип морозится. Так, а в М-генезис? Слушайте, ну это как-то я вообще хрезок. Кто-то из них, у меня такое ощущение. Так, Обоин 52, это ты? Это ты? Смотри мне в глаза. Мне кажется, это ты. На колени! На колени, Обоин. Да, это Обоин, потому что Обоин никогда не становится на колени! На! О. Это ты? Это мой брат. Блин, я опять мимо, опять не пробитие. Ладно, ребята, вперед, let's go, let's get it, к next раунду. Следующее задание будет таким. Каждый из вас должен нарисовать график и стать
на нем! Обовин, какой это любимый граффити? Признавайся. Мое. Да фиг знает, я вообще без граффити гоняю. Конечно! Каждый из нас делает граффити под собой и стоит на нем. Уж говорю сразу, лучше без кидала, потому что я по-любому вычислю не настоящий Обовин, и туда будет хуже. Понятно? Так, все, все нарисовали, иду на вид, проверяю. Сычел, где твой граффити? А, так, смотрите, я знаю, что у Обовина купленный голд пас, поэтому у Обовина по-любому. Так, Обовин 13, как раз Обовин. Обовин говорил, что у него 13 сантиметров. Возможно, это Обовин, правильно, Обовин? Так, короче, покажу под подозрение. Обовин 13, Обовин 20. Бля, чел, граффити рисую. Ты своим маленьким ножичком скорпионом бегает. Алло, братан, what's up, Энчик? А ты тут стоишь? Ну так стой, что ты бегаешь. Дальше, так, это точно. Обовин 52 еще возможно. У нас есть три претендента. Обовин 52, Обовин 20 и Обовин 13. Но я вспоминаю, что Обовин говорил, что любимый ножичек М9. И в этот раз Обовин 52. Ты от меня не уйдешь. По-любому, настоящий Обовин, Обовин 52. Поехали! А? Обовин, попал? Да, почти. В смысле, опять мимо? Да вы надоели, камон! Я опять промахнулся, и мы идем вперед, лазер-лазерик, к next раунду. Следующее здание будет очень интересным. Я знаю про Обовина один очень интересный факт. Все должны купить по авику и прийти на мид. Прямо сейчас я буду искать настоящего Обовина. Ля, подожди, Обовин 74, возьми. Ха-ха! Вы на приколе! Я знаю, что у Обовина есть два авика ТХ! Это что, насколько изи? Обовин, ты что? Стоп, тут два Обовина с авиками! Кто-то из нас настоящий, походу. Серьезно, кто из нас настоящий? Обовин 74. У тебя максимально дефолтные скины. Это по-любому маскирует собой. Я его знаю, это по-любому ты. Дядь, это ты? Скажи мне честно. Я смотрю, кто это. Это ты? Не-не-не. Ты? Не-не-не. Где это Обовин? Ты? Не-не-не. Где это Обовин? Опять ошибся немного. Опять! Опять 25! Вашу Машу мордой в кашу! Ладно, ребят, теперь переходим в next round. Ну а прямо сейчас будет очень интересное задание, потому что в этом задании вам всем надо взять любимый скин Обовин. Все, вот он. И пожалуйста, Обовин, брат, можешь мне убрать? Кстати? Вот, вот, любимый скин Обовин. Ща мы-то, я-то знаю, как любимый скин Обовин. А вы знаете, вы-то знаете. Взяли любимый скин Обовина, так. Слушайте, я скажу так, это было бы очень банально взять М40, поэтому все, у кого М40, отошли сюда. Так, Обовин 20, Обовин 24, это очень банально, я знаю, что Обовин, так, Обовин 20, отошел. Я знаю, что Обовин, знаете, какой скин, скорее всего, взял бы? Стоп, ты чё, стой, стоять! Обовин 74, он только что подобрал М40. Обовин, да ты? Мне кажется, это он. Раз, два, три, да! Я угадал? Не. Опять нет! Это трындец, это фиаско, братва, это фиаско! Ладно, ребят, переходим к следующему. Раунд, Обовин уже доел, блин, когда тебя уже найду? Прямо сейчас будет очень интересное задание. Прямо сейчас вам надо показать любимый прострел Обовина. Все, ребята, погнали, на пленту Б. Самый любимый прострел. Давай, показывай. Любимый прострел Обовина. Все стали возле того места, где Обовин чаще всего простреливает противника. Все стали. Сейчас мне искать Обовина. Я помню, Обовин когда снимал со мной троллинг. Знаете, я помню, в какой позиции чаще всего меня мочил Обовин. В каком простреле? А вот именно в этом. Обовин Альсен, дядя, да! Да ты на приколе, чел! Бля, тебя найти нереально! Обовин! Это фиаско! Я просто шпион профессиональный. Прямо сейчас, ребята, мы все идем на плент А. Вам надо сделать вот такой вот паркур. Раз сюда, два сюда и три сюда. Но только надо допрыгнуть, потому что у меня не вышло. Обовин 73, погнал, родной, погнал! Нубик, что не вышло? Обовин 73, сюда. У кого не вышло, становитесь сюда, в угол. Сюда. Дальше, Обовин 94. Бля, да это вообще какой-то нубло. Ладно, чел, не прыгай. Ты же запрыгни немножко. Обовин 94, сюда. Обовин 63, давай, брат. Вот это, кстати, вот это было хорошо. Стоять, Обовин 63, сюда. Обовин 20. Обовин 20, сюда! Вот это похоже на реального Обовина. Вот прям хорошо паркурит. Так, Обовин 33, давай, маленький.
Оу! Обовин 33, давай! Так, я обовин 13, мой это маленький, без ножа! Оп! Ля! Стоп! Мне кажется, что, возможно, это шифрует собой. Сюда тоже! Вот эти два типа по-любому не обовины. По-любому не обовины. Но я думаю, вряд ли бы обовина был бы нож Скорпион, а ты свой нож покажи. Ну, и куна, я думаю, вряд ли он взял. Так, вот кто-то из вас обовин, моими маленьких тут. Все показали USP ваши. USP, USP, USP. USP, я сюда выкинул! Ох, кто настоящий обовин? Мне кажется, это... Блин, как же это интересненько. По-любому чел без скина, по-любому не обовин. Так, обовин 13, отойди, отойди! Обовин 13, отойди. И, ребят, чтобы понимали, в этом раунде я сделаю 2 кила вместо одного. Ножи, 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 ножи. Ля, ну это все может быть обовин, я отвечаю. Слушай, ну я думаю, вряд ли бы обовин играл бы с кремитом клава. Это сильно банально. Поэтому обовин 63, ты выходишь первым. Бах! Нормально. Дальше, осталось 2 обовина. И сейчас еще кто-то из них выйдет. Обовин, блин, я не знаю, как же это сложно. Давайте, ладно, Эники, Беники, Ели, Вареники, Эник, Беник, Бош, ты! До свидули! ЧЕГО? Ладно, ребята, идем в следующий раунд. Я уже не знаю, какие здания придумывать, пацаны, все ко мне. А вот прямо сейчас все идите на мид. Сейчас я по-любому найду обовина. Блин, ну я хочу кирхолта давать, он слишком дорогой. Все идите на мид. Прямо сейчас каждый из вас при мне делает графики. Так, обовин 73, при мне графики, при мне графики. О! Бля, вдруг это обовин все время скрывался белый с этим бедным ножом. Ля! Блин! Так, теперь ты, обовин 13, делай графики. Да плевать, обовин графики нет. Ля, тоже возможно. Обовин 20, обовин... Дальше, обовин 94, делай графики. Ля, так, короче, обовин 13, убеги, брат. Это точно не ты. Брат, ты слишком бедный. Ножи, 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 ножи. Ля, а вдруг это обовин маскируется и специально взял Скорпион свой бедный нож, чтобы я его не узнал. Обовин, ты ли это? Да! Это ты? Да. Да! Да! Я это сделал! Обовин, ничего себе, ты хитро замаскировался тут! Ну ты перхоть! Хэштег обовин перхоть! Обалдеть! Кстати, кто меня нашел раньше времени? Блин, ребята, прожмите лайк за это нереально крутое видео! Обязательно подпишитесь на мой канал, ссылочка на обовин есть в описании! Я забыл, что у меня граффити было применено самое жесткое. Я не поставил другие граффити. Я тебя сразу полил по граффити. Я прошел проверку на дружбу или нет? Конечно, конечно. Все, братан, подписывайся на мой телеграмчик, всем удачи, всем пока-пока.